Подождите сюда, вот, пожалуйста. У нас должен быть круг. Вот так, чтобы смотрел с вертолета, видно, что это танцевальный круг. Альцевы контраза. Танец имеет несколько названий. Гуарачо, шотландский, испанский и прочее. Вальс на четверых. А мы его просто назвали. А что мудрить? Вальс любви. Итак, вальс любви. Кто не знает, внимательно смотрите. Я специально пару поставила. А те, кто не знает, те, кто знает. Сейчас на ходу и выучим. Вальс любви. Андрей, мы готовы. Поклон друг другу. Поклон паре визави. И начинаем с партнером визави. По 90 градусов поворот. 4 раза по 90 градусов. До полного круга. Пока не дойдете до своего партнера. Дошли до своего партнера, взяли за руки испанский вальс. Дамы меняются местами. Еще раз. И теперь в вальсе возвращайтесь на свое место. Делайте круг и возвращайтесь на свое место. Как начинали. И танец начинается сначала. Опять. Конечно, как можно назвать иначе этот вальс, как не вальсом любви?